меня отец в 41-м году пошел на фронт, и в 41-м же он погиб под Ленинградом. Я, в принципе, я дитё войны, я еще почти не вхожу вот в разряд тех, кого там вот это, все это чувствует. Но я все знаю о войне, потому что, когда мне исполнилось 5 лет, был День Победы, и эти, извините, День Победы я помню как сегодня. Это было дивно совершенно. Вот. Что было? А это был солнечный, это был солнечный день. В маленьком моем городке, Новгородской области, Боровичи. И мы ходили, мы услышали по радио, что это День Победы, что сегодня подписали договор. И мы абсолютно вот такие дети, ну, я не знаю, не, по существу не понимающие. Но вот этот день, вот так он и впечатался в жизнь, в сознание. И с тех пор это всегда самый, ну, то есть единственный, самый лучший праздник – это 9 мая.